Сразу две диалоговые площадки, приуроченные ко Дню народного единства, прошли на базе Купаловского университета. Вместе со студентами преподаватели поднимали вопросы на злобу дня. Как сформировать у молодежи высокое гражданское сознание? Что нужно для того, чтобы реализовать себя в своей стране? Какие перспективы и возможности сегодня для этого есть? Череду дискуссий проводят в рамках республиканского марафона «17 граней единства». Он проходит впервые. Это, прежде всего, патриотическое воспитание, это белорусский исторический путь, его специфика, наш цивилизационный выбор, конечно же, вопросы партийного строительства в республике. Я думаю, что по результатам дискуссионных площадок, прежде всего, наши студенты, наше молодое поколение существенно укрепят свои нравственно-политические идеалы. Я думаю, что эти площадки позволят нам еще раз почувствовать дух единства и монолитности нашего общества. Если старшее поколение погружено в тему, то студенты как раз та аудитория, которая только осваивает азы истории современного государства на эмоциональном уровне. Сегодня в Беларуси высокий потенциал по формированию гражданского общества. И нужно, чтобы молодые люди принимали в этом активное участие. Очень важно эту активность направить в конструктивное русло, помочь молодежи осознать, как она может реализовать себя в своей стране в таком позитивном ключе, те возможности, те перспективы, которые есть у молодежи в проявлении собственной активности. И именно эти вопросы будут подниматься. Что означает быть патриотом? Что такое моя страна? Как я понимаю? Как я связан со своей страной? Чем я могу помочь своей стране? Чем страна может помочь мне? Главное – задача этой площадки диалоговой – попытаться прочувствовать, а что действительно думает молодежь, вобрала ли она в себя идею создания этого праздника государственного, и ценности ли у них те же, которые мы надеемся воспитать и надеемся со временем передать нашу суверенную Беларусь именно той молодежи, которая будет осознавать, что от нас и от них зависит будущее Беларуси.